2015 год перелистнул свои последние страницы. Он был богат на разные события, мероприятия и торжества. Во многих учреждениях Амурского района прошли различные по форме и содержанию новогодние мероприятия. Дом молодежи города Комсомольска на Амуре показал для детей Амурска новогоднюю сказку. Красиво украшенный зал, нарядная елка, великолепные костюмы, подарки, Дед Мороз, Снегурочка и множество других сказочных персонажей ожидали детей и родителей, посетивших новогодний утренник в Доме молодежи Амурского муниципального района. Гости дошкольного и младшего школьного возраста с присущей детям непосредственностью следили за припятиями сказочного сюжета и участвовали во всех играх и конкурсах. Зарубежный персонаж Синдбад-мореход захотел попасть в новый 2016 год, а помогать ему в поиске пути вызвались отрицательные герои русских народов. Сказок. Это и Баба-Яга, и Марфушечка, и Кощей Бессмертный, которые впоследствии исправляются и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой открывают вход в Новый год. Для каждого ребенка Новый год – это волшебный, веселый праздник, которого они ожидают целый год. Дети, участвующие в утренниках, погрузились в мир сказок, неожиданных приключений, песен, хороводов, танцев и игр.